Здравствуйте, друзья! Продолжаем работать и зарабатывать на платформе HoneyGain. Итак, я вам в предыдущих видео рассказывала, как подключить MetaMask, рассказывала, что такое MetaMask. Поэтому продолжаем мы с вами работать. Вот столько я заработала с помощью JumpTax. Мы переходим на саму эту платформу. Видите, я уже заработал буквально за несколько дней $1.11, если в переводе Jump. Чтобы перевести вот эти токены Jump в филатную валюту, то есть доллары, нам необходимо их обменять. Обмен производится на платформе PancakeSwap, вот на этой платформе. Но чтобы обменять их валюту, у нас должно быть в MetaMask, я сейчас включу MetaMask, валюта BNB. Валюта BNB, они, когда меняешь, обмениваешь валюту GMT, у вас должна быть валюта BNB, какое-то количество. С помощью вот этой валюты происходит обмен. То есть они берут за транзакцию или обмен, как говорится. Вот пока у меня столько GMT валюты MetaMask и BNB. Как добавить BNB? В интернете и везде очень многие блогеры говорят, что да и так, что надо покупать BNB на какой-нибудь, ну, на этой CoinsBit, на бирже CoinsBit. Но сейчас пополнение идет, во-первых, это дорого, большие денежку платишь, чтобы туда вложить на BNB счет. Я же вам хочу сказать, что можно совершенно бесплатно, работая на такой бирже, как Fautuspay, заработать эти BNB и перевести сюда. Как это сделать? Для этого мы идем на Fautuspay и видите, сколько валюты можно везде зарабатывать. И вот здесь есть валюта как раз это BNB. Вот он у меня сколько накоплено. Но этой валюты, чтобы перевести MetaMask, не хватает у них. У нее тоже есть лимит. Лимит, по-моему, 80. У меня не хватает. Поэтому я в этом же ролике расскажу, как набрать. Вот эту валюту я набирала с помощью бесплатных кранов. Они у меня вот тут много. Они совершенно бесплатные. Набираешь, они переходят сюда. Но как вот нам взять и сделать минимальную сумму BNB? Для этого на этом есть очень хорошая... И вообще, это Fautuspay очень хороший, как бы сказать, накопитель этих валют. Для этого, чтобы нам здесь получить минимальную сумму для вывода, мы сделаем так. Здесь есть обмен. Нажимаете CoinSwap и обмениваете. Вот какую вы хотите обменять, например. Вы выбираете любой кран. То есть вы обмениваете, например, максимально, вот видите, у меня заработано в BTS 236. И обмениваете на BNB. Вот на BNB. И вы за это получите вот столько монет. И нажимаете обмен. Все, обмен у нас произвелся. Давайте посмотрим.
переходим. Видите, биткоин остался на нулях. Здесь уже 88. То есть мы с помощью вот этой одной только, одного только BTS обновили у нас 88 670. Ну-ка давайте мы сейчас переведем изымать, и здесь выбираем сумма вывода. Видите, сразу адрес у нас появился, адрес вывода все, и вы получите, давайте проверим, приоритетный MetaMask, сумма все, сборы 64, никакой разницы нету. Мы можем, мы видим, что у нас одинаковая, поэтому мы возьмем сейчас и нажмем на эту синенькую вкладочку, чтобы у нас за 5 минут. Вот 5 минут. Сейчас мы проверим. Зайдем. Вот видите, у нас установилось 0. Сейчас зайду в MetaMask. Как видите, нам уже перевели 4 BNB. Теперь, видите, у нас есть. Но мы могли бы еще больше сюда за, как бы ввести эти BNB. Но я только взяла биткоин, а вы можете все-все адреса. Точно так же вы можете зайти. Тоже так же вы можете все отсюда переводить средства на Pair. Но это следующий урок мой. Поэтому я сейчас с вами перейду в Zoomtax и покажу, как я выведу эти деньги именно в MetaMask. Вот видите, у меня сейчас 12.73. Теперь я нажимаю на трансфер. И тут мне говорят, сколько будет у меня выведется Zoomtax. Так, я еще вам еще. Когда вы будете выводить, вы должны обратить внимание вот сюда. Это списание за газ. То есть у вас спишется при переводе MetaMask. Вот как раз вот эта сумма. Так что вы нажимаете сюда и трансфер нажимаете. И как видите, у вас все перешло. Здесь будет по нулям. Итак, вот уже комплект. Если мы сейчас перезагрузим страницу. Ну, позже оно исчезнет. Вот здесь уже перешло. Если мы посмотрим. Вот у нас уже сколько было? 12, стало 13. И вот чтобы это перевести, нам необходимо вот как раз эти BNB. Так, сейчас я перейду в этот. Оно должно обнулиться. Так, еще не обнулилось, но оно обнулится. Не сомневайтесь. Это у меня так работает. Google загружен. Итак, мы теперь можем с вами. У нас есть, вот оно, видите, обнулилось и сразу снова пошло. Если мы сюда перейдем и еще раз обнулим, нет, еще не обнулилось. Но вот тут обнулилось уже. Ладно, теперь нам надо с вами их вывести на другую платформу. Как выводить, я запишу следующий ролик. То есть мы вот эти токены с вами вывели сюда,
А чтобы вывезть, я вам рассказала, как бесплатно заработать БНБ и эти БНБ ввести в кошелек MetaMask. Вот эти уже у меня введены. Итак, в следующем ролике я вам расскажу, как мы будем обменивать с вами токены GMT на любую другую криптовалюту. На этом у меня все. Ждите следующий ролик.